В Алматы почтили память героя Советского Союза, генерала армии Сагадата Нурмагомедова. Накануне со дня смерти Кахармана исполнилось 10 лет. Мероприятие было проведено Советом генералов. В нем приняли участие ветераны силовых структур, боевые товарищи, военнослужащие, курсанты, представители общественности. Они возложили цветы к вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. После собравшимся показали документальный фильм «Долг. Честь. Отвага», который рассказывает о становлении личности Сагадата Нурмагомедова и его службе в армии. Напомню, в трудные годы становления независимости он был назначен первым министром обороны и внес неоценимый вклад в формирование и укрепление вооруженных сил Казахстана. Первый генерал армии, никому больше генералом не удавалось быть, он везде был первым. Если так взять его путь, он достоин действительно подражения. Он не только подражение, он должен войти в историю Казахстана как лицо, которого должны всегда мы чтить, уважать. И молодежь должна знать, как правильно служить Родине, каким быть настоящим защитником Родины и каким быть самоотверженным бойцом. Вот такой человек, действительно, это легенда Казахстана. Поэтому мы будем его помнить.